Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Бог сотворил человека по образу и подобию своему. И познавая человека, не сегодняшнего, а первозданного, пришли к выводу, что человек по природе своей уже христианин был. А это прилепляет к сегодняшнему. Сегодня человек рождается по образу и подобию Адама, падшего. Написано, и родил сив детей по образу своему. Безгрешная, единственная душа была в раю. И какая там у нее деятельность была? По сей день не могут объяснить. Возделывать сад и охранять. От кого охранять? Нигде никакой охраны мы не видим. А что возделывали? Сорняки там давили, как у нас, тоже непонятно. И по сей день никто не истолковал. Но Слово Божие живо и действенно. И написано, книги будут запечатаны до последнего времени, и внезапно Господь начнет открывать эти тайны. Жизнь человеческая очень короткая. Мне пришлось вот 56 лет размышлять над этими тайнами, вникать во всех святых отцов и находить, что ужас. Сегодня сколько людей умирает во всем мире? 2 миллиарда людей, которые знают, что Иисус был, но не умер. Это мусульмане. Не умер и не воскрес. Но раз не умер, воскрешен на небо. И тогда придет перед кончиной мира, будет борьба с Антихристом. Это прямо у них написано. Но он не умер. Если он не умер, то не воскрес. И говорит апостол Павел, значит, мы во грехах и умрем во грехах. Что за этим кроется? Небольшое изменение и вечная погибель. Ужас. 2 миллиарда, 200 миллионов примерно христиан, а разбиты на тысячи, десятки тысяч толков разных. В одной Америке только заезжал ко мне американец, беседовали у меня на дому, он говорит, примерно 20 тысяч разных названий. И сам он здесь в России образует 21-ю. Посмотрите, как в православии сегодня совершается крещение. Выходит на освящение кисточкой, махнул одевшую, попала капля хотя бы одна, одетая зимой, все крещеные. А не крещеный человек в Царстве Божие не увидит. Кто будет веровать и креститься, спасен будет. Евангелие от Марка, 16 глава. А кто не будет веровать? А не написано, не будет крещен. Там не будет веровать, еще нет, осужден будет. И осуждение это означает, отойдите от меня, проклятая в огонь вечный, я не знаю вас. А то мы привыкли так, Бог – любовь. А знаем ли мы эту любовь? Очень просто. Даже сегодня невинное животное убивает и жестокосердное. А потоп-то потопил всех младенцев. Вся земля, где мы сейчас находимся здесь может километра 4 было воды. Плавали киты здесь, наши лага. А то вода уходила, промыла, ушла. Погибли все. И когда мы читаем Священное Писание, Святую Библию, Слово Божие, там говорится неоднократно заповедь, нарушение, смерть. Злословящий отца и мать смертью умрет. То есть матерщинники, я в мать твой, он будет погибший. А сегодня этим покрыта вся земля. Какой бы ни был человек, едва-едва по-русски что-то говорит, а из материцы по-русски русскую мать помянет. Злословящий отца и мать смертью умрет, ударивший отца или мать смертью умрет. Это никуда не делось. Да Бог теперь Новый Завет дал, написано строже. То был Ветхий Завет, и написано Моисеем закон. Если кто отвергнется его, без милосердия наказывается смертью. То есть не было, я понял, простите меня ради Христа, этого не было, должен умереть. Без милосердия. А далее, то сколь тягчайшему наказанию повинен будет тот, кто сегодня нарушает. Тягчайшему. Вот об этом ужасе хотелось сегодня сказать, потому что расслабленное состояние. А есть такое научное слово, алармовое состояние. Аларм – это тревога. Тревожное состояние. Итак, бодрствуйте и молитесь.
чтобы не впасть в искушение. Бодрствуйте и молитесь, ибо беда рядом, совсем рядом где-то. И мы это не осознаем. А если осознаем, где это ужасное состояние отражается на других людях? Я говорил как-то слово о том, что Петров пост, он совершенно не отвечает своему назначению. Объявили пост, благословили, пошли на проповедь. Объяснение дается рождественскому посту, Рождество Христово. Великий пост, ожидание Пасхи, страдания Христа. Успение уснуло, то есть перешла в иное состояние, мир Божья Матерь. А Петров проповедь, а ее как раз и нету. И вот когда начинаешь все это обдумывать, на молитве выпрашивать у Бога, выстраивается страшная картина. Русский народ не знает Бога. Не знает. Ты издай когда-нибудь материал какой-нибудь. Вот сейчас выйдете, я вам раздавать буду Евангелие, которое прислали. Люди работают. Хотя бы один экземпляр. Мне пришлось прошлые годы издать крещение, покаяние 150 тысяч экземпляров за свой счет. И ходите по квартирам, почтовые ящики закладывать. Всем архиереям посылать. И наконец началось какое-то маленькое движение, стали купели строить. Ну, не только купели, а баптистерии. И вот вчера я говорил на эту тему. Есть притча одна такая. Вышел сеятель сеять. Ну и пало на четыре категории земли. Это связано с постом, с проповедью. Это мне только сегодня утром открыто было. Это связь самая прямая. Послание к римлянам, 8 глава, 9 стих. Этот роковой стих будет для миллиардов людей, которые никогда о Христе, может, не слышали. Кто Духа Христова не имеет, тот и не его. А я ходил в храм. С детства ходил, страдал, работал, причащался. А имел ли Духа Святого? Ну а как проверить? Святая Библия, вот она лежит перед нами. Мы в ней узнаем, как определять. Меня неоднократно спрашивали, а я не знаю. И написано, Елисавета исполнилась Духа Святого и начала проповедовать. Симеон Богоприимец написано, и исполнился Духа Святого и начал проповедовать. Дева Мария точно так же исполнилась, как будто до этого была без Духа Святого. Как будто, повторяю. И начала говорить. И апостол Павел говорит, ревнуйте о пророчестве. И когда вы пророчествуете, вот от собрания нашего войдет человек, ну не знает, куда пошевелиться. Да, мы посмотрим, как одеты, брюка женщины не запустим. А тут написано, он войдет к вам в собрание. А вы пророчествуете. Хочу, чтобы все пророчествовали. Ты разве пророчица? Ты пророк? Павел ревнует об этом, говорит, и кто к вам войдет, и он обличаемый всеми, пойдет вниз и скажет, истинно с вами Бог. Четыре категории земли. Вышел сеятель сеять, у нас он не вышел. Библию издали через 900 лет после того, как приняли крещение при князе Владимире. 900 лет! Слово Божие в народе не звучало, да его и не было. Это ужас. И ужас этот откроется на страшном суде. Зачем мы жили? Тысячи детей ты родил, тысячу лет жил. У Бога это не спросится. Один вопрос будет, жил ли ты в Духе Святом? Вот для чего все остальное. Мы отпраздновали недавно только День Троицы. День Троицы, он всегда Троицы был. И при крещении Христа глаз, слушайте, Сына Моего возлюбленного, и Дух Святой в виде голубя сошел. Какая Троица? Мы уже слышали об этом? Нет. Этот праздник по-другому нужно было называть. Основание Церкви. Христос говорит, Евангелие от Матфея 16, глава 18, «Я, Бог, не еретики, не сектанты, не умные философы, я создам Церковь, и врата ада не одолеют ее. Я создам. И он ее создал в день Пятидесятницы, в день Троицы. Вот подлинное название. Первые христиане сместили акцент на крещение Христова. Это начало благовестия Христова.
Но Христос говорил, и многие не верили. И когда вернулся Христос, воскресший к ученикам, и упрекал их за неверие. Ходил с ними, учил, а упрек один, не верит. Почему? И он сказал, дверь закрыта. Я объясняю, чтобы понятно было, но я вам открою ее. Сидите здесь, закройте за этими дверями. Это монастырское уединение будет длиться, сколько неизвестно. Что они думали, не знаю. Один говорит, я иду рыбачить. Ну, тут понятно, удочки взять, сети, мордушки наши. Апостол, и я с тобой, мы так считаем. Делать совершенно нечего. Ходили со Христом, а мы думали, он тот самый Мессия. Мы думали только, а он не тот оказался. Вот вместе с тем уже третий день, как его распяли. Вот состояние-то какое у них было? И они ждали. И они не знали, что будет дальше. 12 апостолов. В этом мире, согласно сегодняшним выкладкам, считается, в Римской империи было 120 миллионов. На каждого апостола 10 миллионов прихожан. Начинайте. Закончилось тем, что в день Пятидесятницы раздался шум, а люди собрались, по-нашему сказать, двунадесятый праздник со всех народностей, это евреи собрались, которые рассеяны по всему миру были, и вдруг услышали шум, и вдруг услышали говорящих на их языках о великих делах Божиих. Не просто непонятные слова. И вот этот ужас, напавший на них, он приближал каждый день Господь к ним. Я несколько мест Писания хочу сказать, как завоевывать сердца людей. Второзаконие, 20 глава, 3 стих. Второзаконие. Вчера задали вопрос по интернету, и не каждый ответит, а кто-то ссылается на меня и говорит, вот ему бы задали, может, ответил. А я подумал, такой вопрос я не ставил никогда. Какая книга Ветхого Завета чаще всего упоминается у евангелистов? Все сразу Исаия, его называют ветхозаветный евангелист, другие считают, нет, это Псалтырь. Отнюдь. Второзаконие. Все вместе книги поминаемые упоминаются меньше, чем Второзаконие. Что? Закон потеряли, закон нарушили, и тогда второй раз Бог заново пересдает эту Библию. У Бога ведь это все так. Когда Моисей был на вершине горы, вот в фильме особенно Моисей хорошо показан, давал закон. И как лазерный луч обвивает огненная струя, камень, скалу, и скала плавится, и буквы остаются. И когда Моисей пришел, они пали, он в огневе разбил скрижали. Вот сегодня пришел бы с Библией, батюшка, а тут по-другому, ну разорвал бы в клочки и бросил, что вы делаете? Его бы сразу осудили, кощунник. Той нерукотворной скрижали нет. А далее Моисею пришлось самому сидеть, видимо, с дубилом, с молотком и выколачивать эти заповеди 10. И вот когда Бог дал второзаконие, он сказал, идите. Ну, мы думаем, Бог любовь сейчас скажет, как любить мы должны всех. Откройте, повторяю, второзаконие, 20 глава. Запомните одну цифру. Вы когда будете считать, вы поймете, более экстремистской книги нету второзакония. Более нетерпимой нету. Вот вокруг вас народы. Идите и убивайте их. В домы заходите, живите. Если деревья растут, там береза, ветлина, рубите, осаждайте город. Если яблоня, ну она теперь куда не денется, ваша будет. Мужское население, мальчиков всех убейте. Если женщина беременная, рубить пополам. И 6 народностей перечисляется в одной главе. Идите, идите и убивайте. Это ваша земля. А почему убивать? А чтобы вы от них не научились. Они хорошо умеют преподавать свой разврат. Приносить детей в жертву, делать аборты. Поэтому уничтожен должен быть. А в Новом Завете более строго. Я стал смотреть места Писания ужаса где. И Господь каждый раз говорит, не ужасайтесь. Вторая книга Паралипоменон, 20 глава, 17 стих. Господь убеждает их, стойте мужественно и наблюдайте. Я сражаюсь за вас. И не ужасайтесь, сколько крови будет пролито. Я считаю слова из Библии. Сегодня пытались ее законодательно провести как экстремистскую, чтобы не читать. Но это же самое написано и в Коране. Матфея 24 глава 6 стих. Господь говорит о приближающихся бедствиях
на всю вселенную и говорит: не ужасайтесь, это начало болезни, но это еще не конец. У Бога, я простым языком выражусь, как бы уже сценарий написан и теперь проецируется на землю. Вот чем ближе, вот заметьте, тень, она расплывчатая, и когда вплотную подойдет, она совместилась, уже пальцы вмещаются, то, что проект будет, тень. Об этой тени написано у Даниила, 12 глава, 3 стих. Каждый пойдет туда, где ему предназначено, чтобы получить свой жребий. А жребий этот, в интересной книге, 3 книга Ездры, 11 глава, там 20, здесь 11, можно запомнить. И дана ему власть, правителю, на всем земном шаре. Как мы тут мыслим о земле? На всем земном шаре. И далее вылетает орел, 12 крыльев, 3 головы, растут перья, из перьев малые перья, из них мельчайшие. Это правители, которые будут брать. Разделилась страна, отдельно Грузия, от нее теперь отделяется Абхазия. Это все сходится, и вы увидите, и будете ужасаться со всех сторон. Люди изобретают новое и новое оружие. Вот сегодня гиперскоростные ракеты. Она превышает скорость звука там в 10-20 раз. Даже нельзя сказать, как это может сделать. Сделали. А другие отвечают тем же самым. Но придется умереть, может, совсем от другого. Защиты никакой нету. Российский президент сказал, да, ракеты такие... Ну, на Москву направлено сегодня, допустим, 5000 ракет, их остановить нельзя. Да, мы умрем, как мученики, а вы в такой радиоактивной обстановке не сможете жить, вы все сдохнете. И сейчас по всему миру эти слова его повторяют. А смысл в этом очень глубокий заложен. Кто-то ему, видимо, подсказал. Надо быть готовым каждую минуту, ибо близок Господь к сокрушенным сердцам. Евангелие от Луки. 9 глава, 60 стих. Бесновато Господь исцелил. Ясно дело, он боится, как бы опять демоны не вошли в него. А их миллионы, может, миллиарды. Если в свином, в одном было, говорит, сколько в тебе легион? Ну, то есть, не меньше 2000. В одном. Бесов. А что делать? Молиться. Господь говорит, стой и не ужасайся. И я буду поражать перед тобой это войско. Исполните Духа Святого, поревнуйте о спасении своем и ближнем. Где бы ни остановились, все у тебя хорошо. Ты сегодня молился Богу, а ты помнил о детях Сирии, которые крошки где-то собирают, где солдаты обедали. У тебя дети сытые, здоровые, ты помни о тех, у которых ничего нет. Ты спал на своей постельке, тепло и уютно. А где-то сегодня приговоренные к казни христиане. Притом, каждый год, мы даже удивляемся цифре, умерщвляют, режут христиан 50 тысяч. Это вообразить даже невозможно. Об этом выступили в ООН, патриарх Кирилл об этом говорил. Ничего не меняется. А это может завтра здесь у нас быть. И когда бесноватый хотел идти за Господом, Господь сказал, иди и благовествуй. Вот чего не хватает. Исцелительная сила в ногах. Мы ждали приезда на этой неделе священника, которого извергли из сана, Владимира Головина, Татарстан. И вдруг его положили в больницу. Ноги. Профессиональная священническая болезнь. В шахте работает, легкие больные там. А почему священник стоит на одном месте? Застой. Дальше вены лопаются, гниют ноги. И он лежит в данный момент, вот сегодня, в больнице. Просьба помолиться. На самолете нельзя, потому что от ног, там перепад какой-то высоты, может быть, тромб отрывается в мозге или здесь. Я советовал вам, поезжайте на машине. Нельзя. Ну, тогда на поезде. Но тогда в другой раз. Он собирался уже 2 года. С ним еще сколько людей должны были приехать. Мы приготовили темы везде. По интернету собирали, какие вопросы задавать, чтобы он ответил, потом я. И вот так вот. Вопросы. Его больше всего интересовало община, создание. Как это? А Господь говорит, идите и проповедуйте. Евангелие от Иоанна, 21 глава, 22 стих.
И когда он увидел идущего сзади Иоанна, он спрашивает, а он что? А Господь говорит, что тебе до того? Ты иди. Главная задача наша – прославить Бога жизнью в Духе Святом, а уже из этого проистекает наше спасение. И не ужасайтесь тому, что сегодня мы слышим, какие готовятся беды, войны, делить Россию. Это может быть где-то рядом, но будет так, как Бог назначил. Ничего нельзя изменить. Эти перья у орла вырастают, на один день исчезают, правители смещают. Это уже запрограммировано. Мы никакими митингами ничего не изменим. Нужно заботиться о спасении своей души, исполнением ее святых заповедей. И благовестие радостное, что Иисус умер, воскрес и любит нас, и зовет, и приготавливает для нас, если бы было не готово, обитель вечности. Ему слава во веки. Аминь.